По выборам столичного мэра и в Киевсовет обработали протоколы почти половины избирательных участков. По предварительным результатам уверенно лидирует Виталий Кличко. У него больше 56% голосов. На втором месте Леся Арабец. На третьем действующий глава город-администрации Владимир Бондаренко. Оба эти кандидата идут с существенным отрывом от победителя. У них около 8%. И уже предварительно можно сказать, каким будет расклад в Киевсовете. Пока 3-процентный барьер преодолевают 8 партий. Это удар, почти 40% голосов. Больше 9% у радикальной партии Ляшко, около 6% у объединения «Самопомощь» львовского мэра Андрея Садового и «Свободы». Успехи «Батьківщини» не столь высоки, как на прошлых выборах, всего 4%. У громадянской позиции Анатолия Гриценко, нового життя Леся Арабец и едности Александра Амельченко немногим более 3%. Среди депутатов и мажоритарщиков избиратели также предпочли ударовцев. Окончательные результаты в Киевском теризбиркоме обещают огласить уже к концу этой недели. А политологи уже прогнозируют, что новому мэру без проблем удастся сформировать депутатское большинство. У мэра будет своя большинство, и так само я считаю, что много кто до нее прибежит. С тех, кто прошел, практически все заводит. То оппозиция не будет в Киевраде? Я думаю, что сформуется оппозиция. Она будет не столько идеологичная, как с закидами до якості управления, с закидами до кадрового наповнення органів влади.